Подскажите, пожалуйста, где в Питере сдать анализ на полиморфизмы генов сосудистого тонуса? Для того, чтобы сдать анализ на полиморфизмы генов, мы довольно долго подбирали нашу панель, в которой есть разные гены, как сосудистого тонуса, так и генов гемостаза. И не всегда удается полностью воспроизвести в других городах такую схему. Поэтому мы придумали специальный механизм сохранения биологического материала и отправки его по почте. Можно собрать как буккальные эпители, то есть это соскоб со внутренней поверхности щеки, делается соскоб специальной пластиковой пробирочкой, добавляется спирт, пробирочка закрывается, то есть маленькая пластиковая пробирочка просто отправляется нам по почте. Второй вариант – это делается на специальную промокашку, либо просто на акварельную бумагу, капелька крови наносится и высушивается и отправляется нам в лабораторию. Есть и видео, есть инструкция на нашем сайте по этому поводу, как все это проводится. То есть наша задача для того, чтобы сделать этот анализ из любого города, просто получить ДНК. ДНК есть в клетках, которые можно получить со слизистой оболочки щеки, ДНК есть в крови. Можно отправить и то, и другое. Температурный режим не очень жесткий, поэтому можно спокойно это отправить обычной почтой, обычной посылкой, и мы сделаем из этого соответствующий анализ.